Роман Пронин стал первым в номинации «Юбилей российских писателей». Свое творческое сочинение он посвятил одному из самых ярких поэтов Серебряного века – Максимилиану Волошину. И выбрал его неспроста. Ежегодно Роман вместе с родителями посещает Керченский полуостров, где в свое время побывал русский поэт. Я сомневался в своих силах, что я займу первое место, потому что участвовало очень много детей, и я думал, что вот вряд ли среди такого большого количества я займу первое место. Всероссийский конкурс сочинений проводится в несколько этапов – школьный, муниципальный, областной и всероссийский. Главная цель – развитие филологических способностей учащихся. Также конкурс направлен на возрождение традиции написания сочинений как самостоятельной творческой работы. В этом году положение о конкурсе было доступно уже летом, поэтому и у нас учителей, и у ребят было больше времени для того, чтобы подготовиться к этому сочинению и написать его. А уже в конце ноября мальчик и его преподаватель отправятся в Москву, где им вручат почетный диплом Министерства образования и памятные подарки. Сочинение Романа войдет в сборник лучших работ конкурса. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.